Работа в удаленном формате прочно вошла в нашу жизнь. Но, как показали последние месяцы, это не всегда удобно. То ноутбук некуда поставить, то кресло не предназначено для долгого сидения, то домашние галдят по духам. Значит, нам нужен кабинет. Поговорим о том, как его обустроить, чтобы работать дома было максимально комфортно. Основа любой рабочей зоны, будь то офис или домашний интерьер, это удобство и возможность сосредоточиться на работе. Главное – это подобрать подходящие предметы мебели. В первую очередь – это параметры мебели, ее размеры, необходимая площадь столешницы, на которой удобно можно разместить ноутбук или другие аксессуары. Не все могут позволить себе отдать целую комнату под кабинет, но всегда можно выделить зону соответствующей мебелью в другом помещении, а коллег, заказчиков, клиентов можно принимать и в гостиной. Очень важно подобрать элегантную мебель, которая ненавязчиво заявит о вашем высоком статусе и подчеркнет ваш отменный вкус. В домашних условиях нам часто приходится выходить в прямые эфиры или необходимы встречи с коллегами, поэтому здесь важно обустроить зону так, чтобы она выглядела официально и домочадцы не мешали вам во время проведения рабочих встреч. Здесь подойдут перегородки, ширмы или другие элементы интерьера. Специалисты рекомендуют обратить внимание на мебель, созданную по итальянским технологиям отечественными производителями. Радовать она будет несколько десятилетий и не потребует чрезмерных вложений. И главное, создаст атмосферу гармонии в доме.